это вход в садик. Сегодня суббота. Садик не работает, я забыл. Ну вот, друзья, я вот так вот сниму. Айда. Неудобно. Дочь, скажи пару слов тоже. Привет передавай. Привет всем ребята. Друзьям скажи, нашим подписчикам. Нашим землякам скажи. Я учусь на пятерках. Молодец. Зубы блестят. Зубики блестят. Всем желаю счастья, чтоб ни у кого ничего не болел никто. Всем странам. Молодец. России. России в частности скажи, да? Да. Хочешь в Россию? Ашхабаду. Молодец. Скучаешь по России? Да. Бабули, хочешь поехать? Ну, в Белоруссии тоже привет я передаю. В Белоруссии привет передаешь? Потому молодец. Если... Дочь, а вот это какая школа, в которой ты учишься? Самая тёплая, 12. 12-я? Видишь, какой тут отсюда... ремонтик сделали в школе. Да. Ну, а кто помнит нашу скорую помощь? Пойдем, дойдем, сейчас тоже снимем ее. Что, детвора, катаетесь? Наша скорая помощь. Кто тут работает, доча, дядя наш сосед? Коля. Дядя Коля? Да. Молодец. Ну хорошо. А вот то, что напротив нашей скорой. Наша ТП-шка электрическая. Как мини-лес, да, доча? Маленький лес тут. А, это у нас, доча, городской отдел статистики нашего города. Ну, эти районы я уже снимал. Еще раз пройдемся тут. А теперь пойдем через 12-ю школу. Задние дома высокоэтажные есть, в которых жила наша директор, наш бывший Диабальт Ирина Ивановна. Сейчас наши друзья вспомнят ее. Пишите в комментариях, кто помнит, кто учился в 12-й школе. Шикарнейший у нас тут ремонтик в школе. Заборчик. Помните, я ее снимал, ни асфальта еще ничего не было. Вот сейчас полностью все в асфальте. Сейчас вот мы к тем домам и пойдем. Что? Заходим, заезжаем в нашу школу, доча. Сейчас круговой заснимем ее. Наш туалет. А вот здесь, помните, кто помнит футбольное поле? Вот здесь у нас было футбольное поле, доча, мы здесь бегали. Да, два крыла осталось. Кто помнит первое крыло? Если помните, как многие, легенда шла, у нас гора растет в школе. Дочь, всегда так было. Эти дома прямо за школой, которые у нас.
Пойдем в тот двор. Кушают наши коровки, да? Кися, твоя тачка, Кися? Да, моя. Ну, пойдем. Доча, что это за тачка, доча? BMW. Снежка. Снежка. Видите, какой у нас построили мини-торговый центр. Можно меня спросить? Тебя? Я же суперзвезда. Ты будущий видеоблогер у нас? Да. И я великий художник. Будущий. Будущий художник ты? Я великий художник. Великий даже будешь? Великий. Даже величайшая ты будешь? Да. Молодец. Ладно, молодец. Вот он, бывший дом поселения. И буду работать как мастер. Затем Чарджорское общежитие было. А сейчас даже, честно, я не знаю. Также это Чарджорское общежитие или что сейчас в нем? Котельная наша, вход в котельную, кто помнит, дочь, стой, стой, слезь сюда. Сейчас мы вот этот дом заснимем. Что здесь же тоже люди, кто жили, кто отсюда уехал. И пойдем домой. Конечно, живут. Но мы-то в основном снимаем для тех, кто отсюда уже уехал. И снова наша любимая Айтакова. Она же 40 лет октября. Ну что, пупсик, пойдем домой? Нет. Кто помнит наш старый ГАИ? Ребята, наши заводские автобусы. Валерики, Алиса. Всем удачи, всем пока-пока. Молодец.